Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видеоуроке мы поговорим на тему, как перевести деньги с Privat24 на биткоин, то есть пополнить биткоин кошелек. Итак, делать это мы будем с мониторингом обменников BestChange. Ссылочку на данный сайт я оставлю под этим видео в описании. То есть давайте теперь рассмотрим. Слева то, что отдаем, справа то, что получаем. Значит, слева ищем наш Privat24, но я уже нашел, вот он. Мы выбираем его, а справа выбираем биткоин, вот. Справа перед нами появляются такие вот обменники, через которые мы сможем обменять. Итак, тот, который повыше, он самый выгодный. Мы видим здесь 10 927 гривен за 1 биткоин. Вот, те, которые пониже, мы видим, они менее выгодные. А справа вы можете почитать отзывы о каждом из обменников. Итак, ну, собственно, давайте нажмем на верхний, так как он самый выгодный на сегодняшний день. И здесь нам нужно вводить сумму, которая нас интересует. Ну, допустим, нам надо там 0,1 биткоина, да, там, допустим. Так, нет, здесь мы выберем Privat24, здесь биткоин, все верно. Вот, мы видим, что за это мы отдадим 1086 гривен. Так, я сейчас, просто мне интересно, какая здесь минимальная сумма. Вот, 0,01. Так, на вашем пути должно быть не менее 110. Не, ага. 0,01 можно переводить, то есть 108 гривен. Итак, ну, может, вам один биткоин нужен, я не знаю, короче. Ну, в общем-то, вот такую сумму мы можем обменять даже, вот, 108 гривен. Нажимаем «Обменять». Вот, и, собственно, нужно будет заполнить небольшую формочку, то есть ввести ваш биткоин-кошелек. С какой карты, то есть Privat24, сюда вводите email, фамилия, имя, отчество. Не обязательно, обязательно там, где стоят звездочки, вот такие вот. Вот, и, собственно, нажимаем дальше. Вот, заполняем еще небольшую формочку и, собственно, обмениваем деньги. Вот так вот можно с Privat24 свободно пополнять биткоин кошелек. Вот, также здесь можно абсолютно с любой другой карточки пополнить, если вас интересует, вот. Ну, в принципе, и пополнить любой электронный кошелек. На этом все. Всего доброго.